Рассказываю задачу деления большого PDF-файла на небольшие фрагменты. Необходимо открыть файл и будем делить его по параграфам. Начиная с параграфа 3.1. Он начинается на странице 43 и заканчивается на странице 48. Открыть вот эту страницу skyvs.org, выбрать файл, который будем делить, он уже выбран из компьютера, указать диапазон, с какой страницы по какую. В нашем примере это с 43 по 48. Указать диапазон 43 по 48, нажать Enter или кнопку Split, разделить. Пошла обработка файла. Мы получим тоже PDF-файл, только 41 по 48 страницу. Идет обработка. Готово. Правой мышкой сохранить этот файл под нашим именем, это 3.1. Задача решена. И второй файл для примера. 3.2, 48 по 49. Файл уже выбран. Указать диапазон и нажать Split или Enter. Я нажимаю Enter. Готово. Снова сохранить ссылку как 3.2. Enter. Файл загружен. Необходимо создать по каждому параграфу отдельный файл по всему учебнику.